Вечер трудного дня на телеканале «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Мы, как всегда, сегодня в прямом эфире. И сегодня, наверное, первый раз, когда не стоит анонсировать темы нашей сегодняшней беседы, потому что о чем будем говорить, и так понятно. Об этом говорят сегодня все, и темы действительно трудные. Так что начну с того, что представлю наших сегодняшних гостей. Политолог Тарас Богдан. Здравствуйте, Тарас. Добрый вечер. Правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Доброго дня. Доброго вечера. И депутат Харьковского областного совета Вадим Глушко. Добрый вечер. Добрый. Ну что ж, давайте вначале посмотрим небольшой сюжет. Первая тема нашей сегодняшней беседы. Итогов саммита Восточного партнерства в Украине ждали несколько месяцев. Дождались в эту пятницу. Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал ни соглашение об ассоциации с ЕС, ни документ, который готовили вместо него. От комментариев в прессе украинский президент воздержался. Ганьба для Украины. Виктор Федорович, скажите, прокомментуйте. Это ганьба? На Вильнюсском саммите соглашение об ассоциации парафировали Молдова и Грузия, а Азербайджан получил упрощенный визовый режим. Украинский президент на предложение ЕС в этот раз не согласился, но заявил, соглашение об ассоциации подписать все же намерен. Только не сейчас. Прежде Евросоюз должен четко определить программу финансово-экономической помощи Украине. Гадаю, передусім розчаровані громадяни України. Це не є справа Європи розчаровуватися чи ні. На мою думку, українські можновладці обрали дорогу, яка веде в нікуди. Однако пока ЕС от Украины не отворачивается. Евродепутаты сами заинтересованы в этих отношениях. Ведь еще в 2009 году приняли программу Восточного партнерства, чтобы наладить отношения с 6 постсоветскими республиками. Для Украины путь к партнерству с ЕС остается открытым. Эта дверь закроется только в том случае, если того захотят сами украинцы. Европа не может принимать решение за Украину. Она сама должна сделать выбор. Позиция Евросоюза абсолютно ясна. Мы предлагаем подписать соглашение странам, не входящим в Евросоюз. Мы готовы подписать соглашение с Украиной, и мы близки к этому. На саммите в Вильнюсе Янукович парафировал с ЕС только одно соглашение об общем авиапространстве. Теперь Украине придется согласовать свое законодательство со стандартами Евросоюза, позаботиться о безопасности полетов, лучше организовать воздушное движение и подумать о защите прав потребителей. Ну и в продолжение темы «Интерфакс» сообщает, что сегодня президент Украины Виктор Янукович, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо провели телефонный разговор и договорились о том, что прибудет в Брюссель делегация для обсуждения дальнейших аспектов соглашения об ассоциации с Украиной. Ну вот это все, что происходит дальше, на ваш взгляд, это какие-то, не знаю, ритуальные фразы, протокольные какие-то, да, для того, чтобы вот сгладить общее впечатление провала? Или действительно провал, или... сложные, емкие, затратные и вы как думаете? Ну,
Більше того, відомо, що вже пішли на вимогу про звільнення Юлії. Это был месяца назад. Жада на факту у нас. Виктора Федоровича. Этот атак. Моментальный, стремительный и, можно даже сказать, скоропостижный, причем как бы не даже в рамках Украины, потому что я уверен, те люди, которые вышли на Евромайдан, они даже не читали этого документа. Извините, по своей работе приходится читать документы. Никаких бонусов в ближайшее время никто бы из граждан Украины от подписания Евросоглашения не получил бы. Это чисто экономический закон, который... Кроме безвизового режима. Там нету безвизового режима. Нет, там нету, но это должно было быть принято отдельно. И Молдова это получила, а Украина нет. А Украина нет, правильно. Поэтому мы этого не получили. И здесь мы от этого отказываемся. И что произошло в эти два дня, которые произошли во время переговоров Владимира Владимировича Путина и Виктора Федоровича Януковича? Ну, Виктор Федорович не объяснил, что произошло. Ведь самое интересное, что по умолчанию мы понимаем, что мы отказались от вступления от подписания этого соглашения. Мы не вступаем в таможенный союз. И что происходило на этих переговорах, мы не знаем до сих пор. И президент это не озвучил. Угу. Значит, Путин нашел аргументы. Я хотел вот еще что напомнить, ведь, собственно, это я так сказал, что партии регионов Евроинтеграта, там внутри-то партии все было весьма непросто, мы помним закрытые вот эти совещания, заседания, когда, по словам Богословского, когда через колено треть фракции Виктор Федорович ломал, да, и вот ради чего, собственно говоря, вот это совсем остается тогда загадкой. Интересно, треть, четверть. Ну, четверть, предположим, да, но тем не менее, то есть, как бы, получается, что внутри самой партии сейчас тоже будут весьма непростые процессы происходить, насколько я понимаю. Они уже происходят. Угу. Ну, там три человека, да, вышло, включая нашу землячку Инну Богословскую, и говорят, что там есть еще 30 человек, да, приблизительно, которые могут выйти. Они сейчас будут держать нос по ветру и посмотрят,
как сложатся взаимоотношения Януковича с Путиным и с Евросоюзом? Видели, в чем дело. Большая часть партий регионов, которая в парламенте и вне парламента, ориентированы на Запад. У них там активы, у них там недвижимость, они там живут, они там лечатся, они там учат детей, у них там счета в банках, и иной жизни они себе не представляют. И от этого отказываться они никак не хотят. То, что произошел отказ от евроинтеграции, если это вследствие давления России, а, в общем-то, по-видимому, иначе, других, это, да, иначе истолковать как бы нельзя. Вот. То все эти люди, вот, большая часть фракции, вот, будет этим крайне недовольна. 40 человек, депутатов партии регионов, которые находятся во фракции, имеют бизнес в России или продают туда товары. То есть они ориентированы на Россию. Насколько я знаю, им дали понять, что их бизнес будет утрачен. И поэтому они никак не могли поддерживать вот этот курс на евроинтеграцию. Но большая часть фракции ориентирована не на Россию, а наоборот на Запад, и их это как бы никак не устраивает. Поэтому действительно можно ожидать каких-то непростых процессов внутри этой фракции. Но вы знаете, насколько партнер, который вот так себя ведет, как Россия, насколько он надежен. Я полагаю, что это все тоже игра большая. Потому что с августа началась торговая война против Украины, фактически экономическая блокада. Мы все это наблюдали. Вот. И с Рошеном, и с сырами, и с многими другими вещами. Утверждают, что бизнес, который был, вот, который работает в России, государство все вместе потеряли на этом около 20 миллиардов долларов. Ни много, ни мало. Ну, я не знаю, этой цифре можно доверять или нет, но я ее слышу. И фактически, параллельно в средствах массовой информации России шла совершенно жуткая, бешеная кампания клеветы и полная ненависти по отношению к Украине и украинцам. И то, что делал Дмитрий Киселев, вот эти... По Оруэллу. Эвтаназия по-украински, которая, да? Да, вот. Да. 5 минут ненависти. Это было просто невозможно смотреть. И вот после этого Россия предлагает дружбу, деньги, уменьшение цены на газ и так далее. О цифре говорят 15 миллиардов долларов. Да они не смогли найти для Беларуси 2 миллиарда. В России полно своих экономических проблем на самом деле. И мне не очень понятно, как может наше руководство всерьез, в общем-то, к таким вещам относиться. То есть, и вообще, вот все, что происходит в этом плане, наши взаимоотношения с российским государством, нашего государства российского, это все настолько ненормально, настолько все далеко от норм международного права. И знаете, как один эксперт сказал, что вместе дружить с Россией означает быть изъеденным хижаком. Mm-hmm. Вот точная цитата. Один эксперт из газовой области. Я его слышал на одной конференции выступления. Вот так он выразился. Поэтому я как бы не понимаю совершенно руководство нашего государства, которое ведет себя таким образом. Но тем не менее, все равно слова прозвучали, что двери в Европу не закрыты, это раз, что продолжаются какие-то переговоры и будут, видимо, обмен какими-то условиями, это два. И три, что интересно, это постоянная тема того, что надо трехсторонний какой-то, да, диалог вести. Россия, вот треугольник Россия, Украина, ЕС. Это может стать каким-то выходом, продвижением хотя бы в какую-то сторону, в конце концов? Тарас, как вы думаете? Знаете, когда-то... фашистской Германии был такой геополитик, один из основоположников геополитики, Карл Хаусхофер. И он считал, что должна быть линия, ось Берлин-Москва-Токио. Понимаете, такого треугольника, допустим, Евросоюз, Киев-Москва, его быть не может. Почему? Потому что это вопрос ценностей. Российское государство — это не только государство, это еще цивилизация,
которая несет определенный в себе, это носитель определенных ценностей, которые они исповедуют, на которых они стояли и стоять будут. И вот в их политике, и внутренней, и внешней, есть такой момент, они эти ценности будут навязывать всем окружающим, и все окружающие их государства, ближайшие их соседи, те, кто когда-то состоял в Союзе социалистических республик, и сегодня входит в орбиту этого влияния. Все эти республики, все эти страны испытывают на себе это влияние. Испытывали и будут испытывать. И мы будем эти ценности вот это. Причем самое интересное, ну, что удивляет Запад в отношении, допустим, России к, не только к своим соседям, но и к миру. Это экономическая нецелесообразность. Ну, вы поймите, торговая война, перекрыть границу, это же торговля, это же обоюдный процесс. Ну, то есть, не только потерпели мы убытки, но и они же потерпели убытки, это же надо понимать. Люди, которые купили там, покупали наши товары, завтра где они будут искать тот же сыр, или там все то же самое. Это же надо понимать, ну, как бы, и все. Но Россия на это вот, как бы, ну, на кого-то она может из своих же не делать, как бы, поправку, не наблюдать, не замечать этих людей. А где-то там в стратегических отраслях, да, там будет компенсация из этого. Но, как правильно вы сказали, пока что есть деньги, они себе могут это экономически позволить. Но у них есть свои экономические проблемы. Это экономические проблемы. Это те проблемы, которые рано или поздно могут стать ключевым моментом в вопросах их безопасности. И почему движение Украины в Европу? Я думаю, президент интуитивно или не интуитивно, или стратегически, он это понимает. Нету сегодня в России какого-то грамотного, нормального, ценностного предложения. Они не могут предложить какую-то формулу, в которой бы мы себя чувствовали комфортно. Очень много личного, очень много субъективного, очень много какого-то семейного, извините за уже такой не экспертный момент, но как старший брат к младшему брату, но это же не серьезно на таком уровне, когда речь идет о миллионах людей. Ну что ж, я предлагаю сейчас прерваться на небольшой рекламный блок. Мы обсудили, скажем, пролог к нашей главной основной теме. Это то, что было до. А сейчас будем говорить после рекламы о том, что происходит нынче и что, видимо, будет происходить в ближайшее время. И неизвестно еще, чем закончится. Пока реклама. Мы продолжаем нашу программу и сейчас посмотрим небольшой сюжет, который предваряет нашу основную тему. В минувшую пятницу Харьков посетил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко. В первой столице вместе с правоохранителями и учеными со всех уголков страны он обсуждал итоги работы нового уголовно-процессуального кодекса. На вопрос журналистов, будут ли силовики разгонять столичный Евромайдан, Виктор Пшонко ответил отрицательно. Любые митинги, демонстрации, если они выдерживают норму закона, они свободно могут состояться. И вы сами в этом убедились, что так и происходит. Но еще хотел бы... При этом генпрокурор подчеркнул, если среди активистов начнутся конфликты и драки, правоохранители не будут стоять в стороне. Скажите, в какой стране проходят митинги, где есть большое количество людей и нет полиции? Вы найдете такую страну? Нет. Обещание не заставило себя долго ждать. В субботу около 4 часов утра бойцы «Беркута» атаковали столичный Евромайдан. В больницы попали больше 30 активистов. Столько же пострадавших насчитали и в рядах правоохранителей. У людей и головы пробиты были, и нога сломана у хлопца. И вы знаете, я не бачив такого звірячого ставлення до людей. Со всех сторон кидали камни. И как рассказал мне товарищ, который меня оттуда увел, это была брусчатка. Каска мне
очень сильно помогла. В воскресенье, возмущенные действиями силовиков, люди вновь вышли на улицы. Евромайдан постепенно начал перерастать в революцию. Сотни тысяч активистов требовали отставки Кабмина и импичмента президенту. Митингующие захватили здание Киевской мэрии и Дом профсоюзов. Там расположились штабы народного сопротивления. Не обошлось без провокаций. Радикально настроенные митингующие на бульдозере пытались штурмовать администрацию президента. Поддержали столичные настроения в десятке украинских городов. В Харькове акция прошла мирно. Несколько тысяч человек собрались у памятника Шевченко. Двумя часами позже переместились на площадь Свободы. Вечером митинг закончился. Активисты собрались ехать в Киев, чтобы поддержать столичных протестующих. Сегодня в Киеве продолжаются масштабные протесты. В столицу съезжаются автобусы с бойцами внутренних войск МВД. Здание Кабмина заблокировали активисты, а три западноукраинские области объявили бессрочную мирную забастовку. Сколько раз, в том числе и в этой студии, за последние 7 лет, наверное, говорил с политиками, с политологами, с кем угодно. Возможно ли повторение Майдана в нашей стране? В один голос говорили, невозможно. Все, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Ну, видимо, река уже другая, да, и входим, наверное, уже несколько в другую реку. Что происходит, на ваш взгляд? Вот здесь в сюжете звучало слово «революция», мы видели надпись «революционный трибунал», да. Азаров говорит о признаках государственного переворота. Путин говорит, что это не революция, а погром. Ну вот, что у нас, собственно говоря, происходит, на ваш взгляд, Вадим? Ну, мне кажется, еще до революции далеко, но хотя настроение людей, а я в субботу был в Киеве, поехал посмотреть со своим коллективом, я хочу сказать, что с такого большого скопления людей мне лично не доводилось никогда видеть. То есть это действительно сотни тысяч людей, это была мирная манифестация, то, что видел я изначально. Рядом возле нас стояли ребята в касках из Горловки. Слева, справа стояли город Бар. Не помню, какая область, но запомнил. И все это было очень мирно. Потом, то, что видел опять же своими глазами, я кажу, заварушные были администрации президента, где был Петр Порошенко. Но здесь опять же тяжело судить, с какой стороны взялись эти молодчики. Потому что реально у людей были закрыты лица, они появились из ниоткуда. И началось нагнетание ситуации. То есть сейчас любая из сторон может говорить, что это были ваши или это были те, но я думаю, что даже организаторы этого Майдана сами не ожидали такого количества людей. Вот сложилось у меня такое впечатление. И они сначала, наверное, растерялись, а потом уже то, что кричал Тягнебук революция, это, наверное, родилось уже в процессе общения с людьми, когда люди готовы были это услышать. И опять же, ну, мне кажется, главный критерий, который послужил, в том числе, почему я поехал посмотреть, не потому, что мы не зашли в Евросоюз, хотя я всей душой хотел бы быть там, а то, как поступили с пятницы на субботу с молодыми ребятами, студентами, которые, по большому счету, еще и не жили и никому плохого и не сделали. И мы с вами отлично понимаем, что еще несколько бы дней, и холод бы их заставил просто свернуться и уйти. То есть кто-то или целенаправленно, ну, знаете, как сейчас говорят, подставил президента, или чья-то просто глупая, солдафонское желание выслужиться. Вот просто убрать, чтобы этого не было там на центральной площади нашей столицы. Угу. Тарас, что скажете? Ну, отвечая на ваш вопрос, будут ли еще у нас Майданы, в том-то и дело, что будут. Дело в том, что вот эти вот события, которые произошли сегодня, они не пройдут бесследно, они останутся в памяти народа. Причем, как бы, народ это запомнит, он будет это чувствовать как несправедливость, и впереди у нас президентские выборы. Угу. Понимаете? И у нас был один Майдан, сейчас был Евромайдан, и... Можно налоговый еще вспомнить, хотя там да, ну, не так все, конечно, массовое. Да, 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 да. Ну, были выступления там в свое время, там... Другие протестные акции, ну, из крупных, вот когда собирается много людей. И есть вот такое ощущение, что следующие выборы президентские, они будут судьбоносны. И
то, как умеет мобилизоваться Киев, это не Харьков. Как люди выходят, и причем есть один момент здесь, понимаете, палка о двух концах. Как бы с одной стороны, да, понятно, люди недовольны, люди чувствуют несправедливость, люди чувствуют свою невключенность в текущий социально-экономический процесс, они чувствуют несправедливость власти, но люди некомпетентны в управлении государством. Это, к сожалению, правда. Угу. И мы это с вами наблюдали и видели, мы проходили уже один Майдан, и когда люди под хорошими, правильными, абсолютно справедливыми лозунгами, отстаивая демократические права, добились того, что Виктор Андреевич Ющенко стал президентом, мы потом видели, чем это все закончилось. Потому что не всегда революция может привести к компетентному управлению. Это нужно понимать. И вот когда будет вот этот вот момент следующий, политический, основной, ну, сейчас говорят, что будет вопрос, еще мы вернемся там к подписанию ассоциации с Евросоюзом. Я думаю, что эта тема скомкается, и в ближайшее время это дело будет спущено на тормозах. Но будут выборы, и на этих выборах вопрос будет судьбоносный. И то, как у нас это происходит, вызывает опасения. У нас Харьковский Майдан проходит принципиально, да, без политической символики. Да. И тут, с одной стороны, в общем-то, понятно и, наверное, правильно, с другой стороны, ну вот чувствуется, не знаю, может быть, и по Киевскому это тоже чувствуется, что политики, они как-то не успевают, да, вот непонятно, куда это все пойдет дальше. Ну, Киевский Евромайдан тоже, он же объединился без символики, точно так же. В Харькове с самого начала было сказано, что без символики, и только знамена ЕС и национальное знамя Украины, вот только они возможны. В Харькове в то воскресенье было примерно 2500 человек, в это воскресенье около 6, я не понимаю, почему все время говорят 2000, на самом деле там было гораздо больше. Каждый вечер в 6 часов собирается 200 до 500, иногда до 1000 людей, то есть, и сегодня это уже 11 день подряд. Вот. Ну, в Харькове отдельная ситуация, об этом можно долго говорить, но я бы хотел бы все-таки сказать вот о том, что произошло. Я считаю, что вот такое большое число людей в воскресенье, 800 тысяч, это прямая реакция на демонстративное жестокое избиение тех, кто был ночью там, вот, в 4 утра. Причем то, что это спускают на тормозах, для меня лично это очевидно. Потому что генерал-лейтенант милиции, начальник киевского главка Коряк, не мог отдать этот приказ. Это совершенно исключено. Я был 4 года сопредседателем общественного совета при МВД и, в общем-то, знаю, как это все происходит и бывает, и знаю, что милиция на самом деле прекрасно обучена выполнять свои функции во время мирных собраний. И могла бы быть абсолютно современной и европейской в этом плане. Но когда ей дают вот такого сорта приказы, они еще не доросли до того, что можно ослушаться. Хотя было сообщение, об этом писал корреспондент, что киевский Беркут отказался это выполнять. Вот. И утверждается, что избиение было сделано Беркутом крымским, днепропетровским, луганским там, и так далее. И этот приказ был преступным. Во-первых, не было никакого решения суда о запрете этого собрания. Вообще. Не было представления в суд и не было решения суда. Поэтому вообще о разгоне речь не должна была идти. Кроме того, это было жестоко, это было демонстративно, и именно поэтому все так возмутились. Причем возмутились те люди, которые совершенно не были так настроены против нынешней власти. К
можно сказать, что вот эта ночь, она на самом деле разделила нашу вот эти годы, она разделила на две части. До этого избиения и после. И после этого избиения уже невозможно согласиться с тем, что вот та власть, которая существует, легитимна. Она потеряла эту легитимность из-за этого избиения. Я считаю, что принципиально важно выяснить все-таки, кто дал этот приказ. То, что Коряк говорит, что он дал, во-первых, он не имел права давать приказы Беркуту чужому, это исключено совершенно. Во-вторых, ни один, повторяю, милиционер, будучи в здравом уме, такого приказа сам не даст. То есть приказ был сверху. Приказ был из министерства или министром, или кем-то из его заместителей. И они тоже не могли сами дать такой приказ. Значит, они получили приказ сверху. Возникает вопрос, от кого? Вот я считаю, что Генеральная прокуратура, которая все это расследует, и я думаю, что завтра будет создана специальная следственная комиссия по этому вопросу, вот на эти вопросы должен быть дать прямой, ясный, четкий и недвусмысленный ответ. Это дело нельзя спускать на тормозах. Это слишком важно. Важно, чтобы мы понимали, почему так получилось, чтобы больше этого не происходило. Вот, с вашего позволения, тоже скажу пару слов в отношении мотивации. Действительно, вот в отношении себя, если позволите, со времен 2004 года, последний год, собственно говоря, получается, дважды было вот чувство, что действительно надо выйти на площадь, потому что, ну, иначе как-то будет стыдно потом. Это вот дело в радиевских насильников, надо было, да, вот, ну, иначе просто. Уже осудили, кстати. Да, кстати, уже осудили. 10 и 15. Маловато, на мой взгляд. Да, достаточно. Да. И вот то, что произошло, конечно, в Киеве, потому что, ну уже все. Это уже действительно, это тот край, который отделяет тебя от полного там, да, где-то существования Белкова и, ну, хотя бы какого-то человеческого сознания, то, что, ну, нельзя так, в конце концов, происходить. Тем не менее, а что дальше? Что дальше? Ведь получается, что Майдан-то уже не требует исключительно наказания тех, кто избивал. Майдан выдвигает уже достаточно серьезные политические требования. И импичмент, ну, и отставка, конечно, да, и сегодня, ну, там уже, может быть, какие-то там перегибы идут, то, что я слышал на Харьковском нашем Майдане, и требования обращение к НАТО для того, чтобы защитить нас от возможной агрессии со стороны России. Но это, мне кажется, уже такие несколько, да, крайности. Тем не менее, политики, они не успевают, они ведь не выдвигают этого, получается, да? То есть что, куда дальше идти? Нету лидера, нету цели. Политики как раз выдвигают, они намерены переформатировать парламент, отправить в отставку правительство. Это все как бы они будут пытаться делать. Насколько получится, сказать трудно, но вот я считаю, что ключевые вопросы – это ответить на вопросы, почему это получилось. Между прочим, вот это вот та провокация, о которой в вашем сюжете говорилось, что вот там полетели камни, это было не в ту ночь, когда избивал Беркут там ночующих, а это было на следующий, это было воскресенье, да? Возле администрации президента. Вот это была чистейшей воды провокация, и, к сожалению, сегодняшние заявления некоторых областных советов, не нашего, слава богу, они связывают эту провокацию с оппозицией, с Майданом, и нужно тут четко и ясно сказать, что это совершенно разные вещи. Майдан был мирный, я, так сказать, то, что я знаю. Я сам поехать не мог в Киев, но то, что вы сказали, это говорят абсолютно все. Майдан был мирный, доброжелательный на самом деле по отношению друг к другу. Никто не говорил о насилии. Ну, если, может быть, такие люди и были, то этого было мало. И как раз наоборот, политики, лидеры оппозиции тоже, в особенности Кличко, тоже говорили о том, что ни в коем случае не допускать насилия, не поддаваться на провокации и так далее. То, что случилось около администрации, это чистейшей воды провокация, которая к Евромайдану никакого отношения не имеет. Вот это надо четко и ясно сказать. И для того, чтобы вот мы все это понимали, а не утверждали голословно, как я сейчас, скажем, я прекрасно понимаю, что то, что я сейчас говорю, я не могу подкрепить доказательствами. Вот для этого нужно провести расследование. И первого избиения, и второго инцидента с этими людьми в масках неизвестными, которые закидывали камнями Берку, там пострадало около 100 человек.
этого Беркута. Значит, насилие, оно безобразно, независимо от того, откуда оно исходит. От власти или от этих негодяев в масках. Это безусловно. Поэтому надо расследовать, выяснить и четко сказать, кто это был, кто это организовал, кто за этим стоит и так далее. А Майдан устоит до тех пор, Майдан пока... это вещь совершенно отдельная. Я просто неизбежно параллели с 2004 годом, вплоть до времени, даты, когда это все вот началось, да, по-моему, там, да, 21 ноября. До совпадения. В тот же самый день. Да. Да. Но там были понятны, по крайней мере, цели. То есть там был, вот он лидер, лидеры, да, вот она наша, наши, не наши, и вот понятны цели, мы будем стоять до тех пор, пока не будет подсчитано правильно голоса или не будет переголосования. А здесь неизвестна конечная цель. Я, признаться, для себя сформулировать ее не могу. Я буду стоять, пока стоят остальные. Это нет, да. Я постараюсь объяснить. Да. Люди, чисто кто интуитивно, кто это и понимает, и это было видно по многим комментариям, по тем сюжетам, которые были по телевидению и так далее, люди совершенно интуитивно понимают, что их обманули. И тут тот же самый эффект. Как тогда обманули за счет фальсификации выборов и подсчета голосов такого хитрого, так сейчас обманули с этим подписанием. Потому что по 5-й статье Конституции право изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу. Никто его не может в этом заменить. Ни президент, ни парламент, ни правительство. И тут берет правительство, выходит из этого процесса, едет президент, ничего не подписывает, и люди интуитивно понимают, что их обманули, их предали. Вот те, кто за Евромайдан, вот ту часть Украины, которая, извините, те, кто за евроинтеграцию, они считают, что их обманули, и поэтому они вышли на Майдан. И то, что было в прошлое воскресенье 300 тысяч, вот так много сторонников у евроинтеграции. Это вполне репрезентативно, поскольку по данным исследований социологических, ну, последнее, что слышал, это 68%. До этого было 60%. Я слышал чуть за 50, но тем не менее, все равно, да. 60 цифра точно звучала, но была уже цифра 68. Ну, mm-hmm. я тут я не уверен, насколько это корректно. Но люди почувствовали, что их обманули, поэтому вышли. Тот же самый эффект. Есть ли политический выход, хотя бы, опять же, если проводить аналогии с 2004-м, там были иностранные посредники и так далее. Вообще непонятно, кто с кем должен эту ситуацию разговаривать. Сегодня был сюжет, когда Яценюк, Кличко и Тягнебок пришли к спикеру Верховной Рады Рыбаку, вот, выдвинули свои требования, и тут сказал, что завтра будем на сессии рассматривать вопросы. Ну, скорее всего, да, попытаются решить вопрос политически. Может быть, допускаю, что будут какие-то изменения в правительстве. Вряд ли отставка, но может некоторые министры могут уйти в отставку. Если будет, ну, даже максимальный вариант отставка, это будет достаточно для того, чтобы вот сбить волну протестную, чтобы Майдан разошелся? Я думаю, что нет. Тогда до каких пор он будет стоять? Вопрос остается открытым. Снимают, предположим, министра внутренних дел, снимают генерального прокурора, хотя, собственно, как он здесь замешан. Генеральный прокурор к этому отношению, да, не имеет. Да, то есть вот есть конкретные виновники, есть, да, предположим, их снимают, да, там, или досудебное какое-то будет расследование. Еще раз говорю, пока не будет дан ответ на вопрос, кто дал приказ министру внутренних дел. Будут стоять Майданы. Я думаю, что да. Люди возмущены и вполне обоснованно полагают, что это может повториться. Спасибо. Нельзя такие вещи бросать вот так вот, на произволящее. Да, я согласен, невозможно, что нельзя, да. Такие преступления надо расследовать. Такие гнусные преступления. И наказывать виновных обязательно. Кем бы они ни были. Есть. И какой бы пост они ни занимали. Есть еще одна, секундочку, подождите, мы можем, да, комментировать. Преступление. Президент у нас имеет право определять внешнюю политику. Хорошо, у нас сейчас будет опять небольшой сюжет, который анонсирует нашу третью тему сегодняшней программы. Повестки дня, срочно собранной в неочередной сессии Харьковского областного совета, всего один вопрос. Обсуждают общественно-политическую ситуацию в стране. Председатель облсовета Сергей Чернов берет слово первым. Он стал невольным очевидцем столичных инцидентов. Полетели камни,
неизвестные предметы в стекла высшего представительского органа Киевской области. И я знаю, что кучка несостоявшихся, неудачных в политике людей сегодня хочет сделать такую попытку во всех регионах. С трибуны председатель облсовета озвучивает заявление, текст которого предлагается к одобрению депутатам. В нем обеспокоенность нарастающим политическим противостоянием. С призывами спокойно работать с трибуны выступают руководители области и города, ректоры вузов, главврачи больниц и директоры заводов. Все как один хотят в Европу, но потом. Революции нам не надо. Нам нужна эволюция. Эволюция нам нужна. Спокойно, степ-бай-степ. Чтобы наши дети, это молодежь, которую вы хотите призвать под свои знамена, чтобы знала, где их первое рабочее место. Если только мы соглашаемся на те условия, которые нам предлагают наши европейские партнеры, армию безработных пополнят сотрудники наших предприятий. Турбоатома, предприятий космической отрасли и других. Потому что портфель заказов максимально сформирован под рынки России и стран бывшего СНГ. Мы, конечно же, европейская страна, и мы стремимся в Европу. Но наши рынки на Востоке. Мы не сможем сформировать быстро новые рынки сбыта. Но представители оппозиции неуемны. Под крики из зала «Позор!» депутат от «Батьковщины» Иван Варченко возмущается. Не подписание угоди, про яку протягом року говорила вся Україна. Про яку протягом року ми переконували весь світ. Вернуть конструктив в сесійний зал стремляться народні депутати. Як би не хотілося опозиції, ніякої відставки правительства не буде. После длительных обсуждений депутаты большинством голосуют за принятие текста заявления. Это нужно, уверен Сергей Чернов, чтобы успокоить людей. Прошла информация о том, что областные советы, городские советы, районные советы настроены и готовят решения, которые бы призывали к введению чрезвычайного положения в стране. Сегодняшняя сессия показала, что это очередная ложь. Я, как председатель областного совета, ответственно заявляю, что такой проект решения инициативной группы не готовится и готовиться не будет. Но несмотря на голосование первого и единственного вопроса повестки, сессию не закрывают. В работе объявлен перерыв на неопределенный срок. По плану очередное заседание должно состояться 19 декабря. Вадим, ну тут к вам, наверное, в большей степени вопрос. Интересно, действительно, разговоры ходили, по крайней мере, киевские политики говорили о том, что да, вот завтра по всей стране пройдут, по крайней мере, на востоке Украины, на юге пройдут сессии областных советов, и там будут приниматься постановления, которые могут стать основой для введения чрезвычайного положения в нашей стране. Что-то ходила какая-то вот информация до сессии информация, по этому поводу? Информация такая ходила, в принципе, мы в нее не очень верили, а потом, когда пообщались с депутатами, которые были в рабочей комиссии, мы понимали, что этот вопрос не будет выноситься на повестку дня. В принципе, понятно, что большинство в областном совете принадлежит партии регионов, и то, что там будет написано, ну, когда мы взяли в руки, оно не вызвало никакого удивления. С другой стороны, единственное, то, что сегодня мне не понравилось на сессии областного совета, как бы вы ни относились к своим оппонентам, то их нужно уметь выслушать. Вот когда сегодня выступал Иван Варченко, то депутатский корпус, больше его половины представителей партии регионов, просто на голос пытались перекричать, или как там, не буду произносить вслух эти звуки, которые звучали в областном совете, просто не дали человеку вначале выступать. Я считаю, даже если ты не согласен с позицией, которую говорит твой оппонент, ты обязан ее выслушать, потому что до этого все депутаты и просто общественные деятели или руководители предприятий выступали, всем дали спокойно, причем по времени никто не был лимитирован. Каждый в нашей стране имеет право иметь свою позицию жизненную, а Иван Варченко имеет свою активную жизненную позицию. Да, с ней можно быть не согласным, как и с позицией других депутатов, которые выступали. Но в то же время получилось, как получилось. А что касательно атмосферы, вот все комментарии в соцсетях однозначно параллели, там 27-й, там 26-й съезд КПСС. Было что-то вот у вас такое, ощущение такое, что назад во времени немножко путешествовать. Да? Не знает, что такое. Нет, что съезд, ну, как? Нет, я помню. Я еще был комсомольцем, я это застал. Ну, вы понимаете, допустим, фракция коммунистов, ну, они до сих пор, у них же главные лозунги какие, что вот при Советском Союзе
Даже депутат Янков выступал, uh-huh. когда он был там за границей, рассказывал о том об общении с музыкантами Братиславы и так далее, что люди с ностальгией вспоминают те советские времена, когда было соцпакеты, там стабильная заработная плата, сейчас они там ездят на подработки в Австрию играть в похоронных процессиях. Но мы с вами отлично должны понимать, того, что было, уже никогда не будет. И, допустим, союза равных государств, то, что под собой должно подразумевать таможенное, даже если взять союз, его тоже не будет. Здесь будет отношение старшего брата, в лучшем случае меньшего брата, а не батрака. И то, что меня, допустим, настораживает, если чуть-чуть о таможенном союзе, просто тенденция, посмотрите, Путину власти сколько, лет 14, да? Лукашенко лет 20, в Казахстане Назарбаеву лет 25. И, ну, то есть тенденция такова, что там собираются руководители, которые хотят досмертно одро руководить в том или ином виде. Чтобы Украина не оказалась в числе тех государств, где власть будет на всю жизнь у одного человека, тогда это будет страшно, наверное. Угу. Что скажете о резолюции, которую приняли в итоге, как вы ее оцениваете? Ну, она достаточно взвешенная, я бы так сказал. Вот. Понятно, что она... Там нет радикализма, угу. в принципе. Она выражает как бы, позицию партии регионов, но... Я не согласен там со многими вещами. Но я вот прочитал еще резолюции Луганского облсовета и Донецкого, скажем. Ну вот я должен сказать, что в Харькове текст лучше. Да, ну тут вот как раз и пошли первые расхождения с 2004 годом, потому что Харьков как раз тогда, да, вот он, да, отличился тем, что у нас там и каналы перекрывали, собственно говоря, по-моему, пятый, да, если не ошибаюсь, тогда у нас перестал показывать, и тоже речь шла и о том, что приостановлена там банковская... Из этих трех никуда не годится вот это постановление Луганского облсовета. Угу. Это где они призывают к съезду, депутатов всех уровней. Очередной Северодонец. У Харькова появилось больше умного расчета. Там, где расчет, там и цинизм, и меньше эмоций, и, может быть, меньше поспешных каких-то решений, которые идут от какого-то движения внутри. От себя. Они учатся на чужих ошибках. Все равно вот вся эта компания решения облсоветов, ну она же устроена наверняка сверху. И зачем такая спешность, да? Понимаете, все одновременно, вот в этот день. И ясно цель этого, чисто политическая цель, сбить как бы накал страстей, значит, попытаться все как бы уравнять, нивелировать, да, чтобы, нивелировать, да, все там, эти конфликты. Было бы правильно, если бы Генеральная прокуратура расследовала, дала какие-то заключения, главное, а потом бы расследовать эти преступления. Как кто-то, как первое, так и второе. А вот практика показывает, сколько могут длиться подобного рода расследования. Ведь действительно это очень, очень резонансное дело. Тут, наверное, поспешность может и навредить, и козла отпущения это не надо, нужен действительно реальный виновник того, что произошло. Уже, кстати, я столько слышал версий совершенно разных вот этой провокации, кто это сделал, от переодетых российских там спецназовцев до инопланетян. Это вы о какой сейчас провокации? Это вы о том, что возле администрации, да, там президента закрыты лицами, они не могли быть спецназовцами. Были ребята обычной конституции. Ну, тетушки. Ну, я думаю, что можно, ну, похоже на правду, скажем так, что это были просто проплаченные люди, которым заплатили за то, чтобы они сделали эту провокацию. А провокация была сделана с целью очернить Майдан и оппозицию, что звучало в некоторых сегодняшних заявлениях облсовета. Угу. Но не нашего, слава богу, еще раз повторяю. Но не в нашем районе, как говорили в классике. Да. Ну что же, очень хочется надеяться, что тема чрезвычайного положения, вообще тема каких-то радикальных крайних мер, она снята, по крайней мере, сейчас на повестке дня, она не стоит. Президент улетает в Китай, видимо, там ну, какой-то... Он уже отложил вроде. Да, ну, вроде бы на сайте, по крайней мере, там было...
хочется верить, что никаких провокаций больше не случится. Майдан, очевидно, будет стоять. И есть в этом уверенность. Ну, видимо, будет какой-то, наверное, поиск политических путей. Многое зависит, наверное, от Рады, да, вот то, что будет там на следующей, вернее, на этой же неделе получается. От Рады и от постановки вопроса, потому что нужно понимать такую вещь, что конкретного акцента сейчас нету. Ну, конкретно непонятно, за что... Это нужно понимать, возможен ли вообще компромисс в данной ситуации. Да, да. Акцента нету. Нету ни идеологического, ни стратегического акцента. Причем я хочу еще отметить один момент. Ведь перед тем, как уже стало известно, что Янукович не подписывает соглашение, он об этом объявил. Он дал интервью, дал подробное интервью. Собрались ведущие представители журналистики, и не задали вопросы. Он вполне конкретно хорошо подготовился и ответил на все эти вопросы. И ситуация была понятна, почему так произошло. Ну, как бы, насколько это можно себе представить. После этого Майдан, после этого эмоции, после этого провокации. И здесь я с вами согласен, нужно разбираться, потому что это абсолютно другая история. Это не связанные между собой вещи. Вы знаете, вы, мне кажется, не упомянули об этом факторе очень важном. Каком? Моральном. Ну где вы в политике видели мораль? Ну ее же нету. В цивилизованной политике есть. Ну, нам у далеко. Нас политика не цивилизованная. Это мы к этому, правильно, мы к этому Но, стремимся. Это вечная беда Украины, что ее политические элиты гораздо хуже, чем ее народ. И постоянно его предают. Я думаю, что в свое Понимаете? Время и США, и Европа начинали точно с такого же. Ну, это было много столетий назад, на самом деле. А что нам делать? Ну, между прочим... Тут выхода нет, собственно. Должен Мы вам этим сказать, и занимаемся. Что Конституцию США написали совершенно блестящую. Великолепную. Отцы-основатели. Так что... Наше сознание не обязательно то, что хорошо написано, исполняет. Я хочу сказать, что моральный фактор очень важен. И именно, понимаете, вот то оскорбление людей вот этим избиением совершенно безумным, которое нанесено, оно как бы... это будет очень сильно влиять на умы наших политиков. Все-таки. Это будет влиять на Какие политику. Какие бы они ни были циничные, прагматичные. Наш, там, потому что столько людей собралось. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Эфирное время вот-вот будет исчерпано. И хотелось бы, знаете, на чем закончить. У нас, наверное, три программы предыдущих подряд. Пока вся шла эта история с Вильнюсом и с тем, будет, не будет, отпустят, не отпустят, подпишут, не подпишут. Все сводились выводы к тому, что все у нас в этой истории, в этой стране зависит от решения одного человека. Практика показывает, что нет уже ни от одного человека, где-то от решения каждого, от воли каждого, от позиции каждого. Будем надеяться, что у каждого к моменту выбора эта позиция будет, и она будет, наверное, от всего сердца. Спасибо, что были гостями нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Встретимся ровно через неделю в программе «Вечер трудного дня» на телеканале «Симон».